Всем здравствуйте! Прошел один день. Вчера я замачивала семена. У меня видео по этому поводу есть. Так, вот ватные диски. Сегодня, думаю, дай-ка я их проверю. Так, под номером 2. Это у меня Горький Магазинский. Все записано вот в этом блокнотике. Так, и в теплом месте они у меня лежали. Так, и вот чего тут есть. А что тут есть? Тут уже есть проросточки. Не знаю, видно, не видно. Вот проросточек. Проросли, набухли. Так, вот тоже проросточек. Так, ну вот два так точно взошли. Ну что, я теперь сейчас их буду садить в земельку. Горькие перцы я посажу в торф. А сладкие перцы я посажу в вермикулит. Вот у меня здесь, значит, две плошечки с вермикулитом и две плошечки с торфом. Сюда горький, сюда сладкий перец. Так, дальше под номером 1 тоже горький перец. Значит, это мой давнишний перец так зашел. А это магазинский перчик. Горький, сухой был, тоже высушены мною семена. Горький. Нет, наоборот, это горький мой перец, а то горький второй был магазинский. Ну вот мой перец, пока я ничего не вижу, но семена тоже набухли. Ладно. Так, дальше. Это уже сладкий перец. Который не высушенный, который просто из-под перца я сразу же садила, тут же разрезала, тут же его замочила, вернее. Ну что, я очень переживала, что я и этот перец тоже пролила горячей водой. Градусов 50, я говорила. Так, ну и чего тут такое? Значит, это прям из магазина перец. Посмотрите-ка, есть росточки. Вот три, так точно, есть росточка уже. То есть ничего ему не сделалось. Тут проклевываются, хорошо набух. Тоже посажу уже весь перчик. Это у нас, который не высушенный магазинский. А вот этот вот у меня был высушен перчик. Сладкий, магазинский. Где-то я его, наверное, в декабре месяце доставала и высушила. Сухие семена. Посмотрите, как он хорошо пророс. Тут даже много. В общем, ждать уже ничего не буду. Буду садить. Посмотрим, через сколько появятся всходы. Сладкий вермикулит, горький перец в торф, в грунт. Удобренный, хороший. С какими там голландскими минералами. Так, вот подписала плошечку. Один. И сюда еще приклею. Тоже на всякий случай. И вот пинцетиком я беру. Это пинцетик, по-моему, этот... Да что такое у меня выпрыгивает-то, а? Это и пинцетик из-под пиццы, что ли? Так, и вот раскладываю. Сейчас разложу все. Много у меня получилось. Семян. Мне столько, конечно же, не надо. Посадила семена перца. В три ряда аж пришлось. Жалко вроде. Еще он даже остались семена. И у меня тут же попали вот помидорные семена. Вот она и вот она. И вот тут вот где-то. Вот он еще. Семечко. Вы знаете, тоже проросло за один день. То есть помидоры я точно так же буду садить. Все сейчас присыплю сверху вермикулитом, тут торфом. Thank you.
накрою пакетом, поставлю в теплое место.